Твое лицо бесстрастно, неприветно и скрытно, как твоя наука. Тщетно хочу прочесть ответ в твоих чертах. Надейся, государь, велика лах, поистину велик и благ. Постой! И дай мне высказать мое решение. Да, государь, возможно исцеление, но только... Говори, какой ценой, все отдам. Над чем имею власть я, дай только ее врач увидеть свет. Она должна узнать свое несчастье о слепоте. Даешь ли ты обет ей зренье возвратить? О, государь мой, наука не всесильна, обещать я не могу. И я о мрачной доле убожества ей должен рассказать. Раскрыть всю глубину ее несчастья, не ожидая доброго конца. О, мав жестокой, нет в тебе участия к страданиям бедного отца. Как обманулся я в моей надежде, отныне я не верю никому. Прощай, ты властен сделать все, но прежде дай мне сказать, решению моему ты подчиниться можешь или нет, но я обязан дать тебе совет. О, мира, отцы и духовны, во всех явлениях бытия нами разлучены условно. Они едины, знаю я, на свете нету впечатления, что тело знало бы одно. Как все в природе чувство зрения, не только в нем заключено. И прежде чем открыть для света мирские смертные глаза, нам нужно, чтобы чувство это познать сумела и душа, когда появится сознание великой истины в уме, когда, возможно, властитель мощный, да, тогда возможно, что желание пробудит свет в ее очах. О, Боже мой, уже ли до сих пор я ошибался? Страшное сомнение, теперь решай, ты знаешь приговор. Я не могу начать свое лечение, пока не будет Иоланта знать о слепоте и жаждать исцеления. До вечера я буду ждать здесь, в этом замке,
решения твоего. О, дочь моя, Иоланта, нет, нет, не может быть, ход сюда ценою жизни купит. Кто пожелает тайну ей открыть?